Вроде кругового движения головы. То же самое, голову назад сильно не запрокидываем. Она практически проходит вертикально. Делаем круговые движения плечами. Работайте в хорошей амплитуде, чтобы максимально разогреть мышцы и сухожилия. Открываем руки и делаем круговые движения руками. Прям профессионал уже знает, что делать. Это все еще один раз. Закругляйся. Стань красивой.